Киев приехал известный спикер Пол Александр, чтобы провести семинары, посвященные второму пришествию Христа и действию Царства Божьего в нашем мире сегодня. Я восхищаюсь, что русские церкви, славянские церкви начинают прославление в пасхальное воскресенье. Я думаю, что это замечательная истина, что Иисус Христос воскрес из мертвых, является настолько центральной в христианской вере, что нам следует говорить об этом каждый раз, когда мы приходим в церковь. Единственное, в чем я не согласен со славянскими церквями, это то, что они не используют более часто. Я думаю, им нужно это говорить все время, потому что мы говорим о всех чудесах Христа воскресшего из мертвых, и это делает нас благодарными людьми, чтобы на основании нашей благодарности Ему мы могли быть благодарны Ему, следовать за Ним, как нашим Господом и Спасителем, и делать такие же дела, какие Он делал, не из тяжкого бремени законничества, а из радостной благодарности Ему. В следующем году Полу Александру исполнится 80. Из них он 43 года прослужил пастором одной и той же церкви в штате Алабама. Пастор Пол приехал в Украину ободрить общины, в создании которых он принимал участие. Перед Киевом он побывал уже в Измаиле, Одессе и Белгород-Днестровском. После первых семинаров у слушателей появились первые впечатления. Сегодня мне очень понравилось про прощение. Два типа прощения, про то, как прощать нужно в то время, когда тебя обижают. Когда Иисус Христос умирал, Он сразу же прощал. Это меня больше всего удивило. И второе прощение — это про разбойника. То, как он тоже воззвал, и ему простилось. Сегодня у нас очень важное событие. Мы проводим конференцию, посвященную воскресение Иисуса Христа, также посвященную Его тысячелетнему царству и Его второму пришествию. Эта тема необычайно актуальная, потому что сейчас очень многие люди говорят о втором пришествии Христа, о конце света. И эта тема, мне кажется, поможет многим людям ответить на вопросы, которые их беспокоят сегодня. Также хочу заметить, что эта тема, она не отвлекает людей от сегодняшней жизни, а наоборот, помогает преодолевать тяжелые испытания, болезни, трудности, а также вдохновляет на великие подвиги для Христа. Будет ли конец света в 2012 году? На этот и другие вопросы гости и члены Киевской Пресвитерианской Церкви и Святой Троицы смогут получить ответы на последующих семинарах. Учение об Иисусе Христе, о Его воскресении, воплощении, оно имеет огромное значение для христианства вообще и для христианства здесь на Украине. С такими проповедниками, миссионерами, богословами, практиками, как Пол Александра, приходит это учение, реформатское богословие, приходит на Украину. И я верю, что оно изменит жизнь нашу и жизнь нашей страны. Специально для телеканала CNN Алла Гец, Александр Гавриш, Киев, Украина.